Всем привет, ребят! С вами Pro Apollo Vlog Channel. В этом видео, которое начнется еще далекой зимой, когда на дворе будет лежать снег, мы начнем преображать нашу снежинку и готовить ее к летнему сезону. В этом видео я вам покажу, как я делал диски. Летние диски у нас. Кто еще не смотрел, посмотрите предыдущий видеоролик. Я в нем рассказывал, что у меня стоят за диски, что за музыка. Вот. В этом видеоролике я буду полировать свои летние диски, буду их полностью устанавливать, делать такую небольшую носочную изюминку. А также будем заниматься полной полировкой и восстановлением кузова. Я буду заниматься, помимо полировки, тем, что мы будем перетягивать фары в тонировочную пленку, затянув тонировочную пленку противотуманки, ну и освежим общий вид машины. А также у меня будет небольшой сюрприз. Там будет еще одна доработочка, которая будет касаться задней части автомобиля. Но об этом вы узнаете, я думаю, где-то в середине этого видео. Так что, ребят, наливайте себе чай, кофе, берите сникерс. Обещаю, что видосик будет достаточно сочный, интересный. Я рассмотрю все аспекты, все, что как делается, все вам покажу, объясню. Так что, я думаю, стоит пожелать только приятного просмотра. Сейчас идем на почту и забираем посылочки. Забрал посылочки. Пришли мне LED-лампы в противотуманке. Ну и еще одна приятная мелочевочка. Для начала я хотел бы вам показать состояние колес. Я думаю, что на видео, возможно, это будет не так отчетливо видно. Но если присмотреться, то колесо все уже покрыто глубокими царапинами. Заводской лак уже потихонечку сходит. Я буду делать следующее. Полностью снимать заводской лак с помощью смывки краски. Зачищать полностью диск. Удалять все глубокие царапины, вмятины на диске. После я буду полировать весь диск. Состояние зеркала. Сейчас приступаем к смывке лака. И будем потихонечку начинать процесс восстановления дисков. Наносим кисточкой смывку лака. Тщательно промазываем все полости. Смывку я использовал Body 700. Надо выждать где-то минуток 20, и можно приступать к чистке дисков. Лак достаточно легко очищается с помощью щетки, а в труднодоступных местах можно пройтись металлической губкой. Далее нам потребуется шлифовальная машина, дрель и шлифовальные круги. Далее, после того, как мы смыли лак, помыли весь диск, нам потребуется шлифовальная машинка и шлифовальная бумага с зернистостью 80. На диске есть некоторые вмятины. Их надо пометить маркером для того, чтобы максимально вышкурить, но при этом не попортить плоскость диска. После того, как мы прошли внутреннюю часть диска, также мы делаем и по кромке диска. Далее помечаем также места, в которых у нас есть какие-то коцки, глубокие царапины. Можно приступить к удалению этих изъян. Ну а далее можно уже приступать к окончательной шлифовке диска. Замываем с водичкой, все делаем. И дальше я вам уже покажу, так сказать, промежуточный вариант, когда у нас уже будет диск готов к дальнейшей полировке. Ну и вкратце покажу вам сам процесс полировки и итоговый вариант. Приступаем. Можно приступать к полировке диска. Для этого я использовал полировочную пасту Dr. Vox и войлочный круг.
далее мы приступаем к ручной полировке дисков, а именно полки. Всю полость полки мы проходим вручную с помощью тряпочки и также нашей пасты Dr. Vox. Намазываем по всей поверхности пасту и потихонечку вручную начинаем располировывать. Далее нужно тщательно отмыть, очистить диск, и буду уже приступать к завершающей стадии, а именно буду выкрашивать вот эти вот полости, устанавливать фальшболты. Покажу вам уже готовый вариант. Все эти процедуры, я думаю, сможет выполнить каждый. Ничего трудного в этом нет. Сейчас заберу все для полировки. Мы двигаемся в гараж. Забираем там всякую мелочевочку, едем на мойку и дальше уже будем начинать полировку машины, ну и установку всяких ништячков. Что, ребят, помыл машинку. Сам процесс, конечно, не снимал, потому что одному не очень удобно. Но сейчас двигаемся в гараж, будем приступать к полировке нашей снежинки. Ну вот мы наконец-то и в гараже. Здесь у нас будет происходить самая большая часть работы. Мы будем полировать машину, придавать ей сочный и классный вид на этот сезон. Я постараюсь что-то снять. По большей степени, я думаю, будет как-то так в общих чертах все отснято. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, порекомендуйте своим друзьям. Поняли, это видео начинает подходить к концу. Я выполнил все планы, которые задумал. Буквально через несколько мгновений вы увидите готовый результат. И честно говоря, я о нем не жалею. Я проделал всю работу, все делал своими руками, начиная от полировки дисков, восстановления их, заканчивая полной глубокой полировкой кузова автомобиля. Также я покрыл весь кузов автомобиля керамикой, что придало ей такой сочный, насыщенный цвет. Но я думаю, что здесь лишние слова не нужны, а нужно посмотреть на готовый результат. No.
Ребят, всем, кто досмотрел ролик до конца, я хочу пожелать удачи. Делайте то, что вам нравится, воплощайте свои мечты в реальность, как это сделал я.